Приветствую всех, уважаемые зрители, гости, подписчики моего канала. С вами Черный Металл, игра Mass Effect 3. Что ж, я могу сказать. Я посмотрел модпаки армора, ну, брони. Есть, конечно, красивые, большинство это 4К текстуры, которые, меня простите, в пень не сдались, это графика нормальная. Увидеть 4К текстуры, ну, вряд ли так просто получится. Так, погоди-ка, это значит мне опять что-то много его тухрените? А, опять их надо будет убить. Мне это сейчас неинтересно, извини, чувак. О, блин. Жук какой хитрый, ты посмотри. Так, давай-ка я вам дрончика подкину. Вы не против будете? Так, понятно, значит. Блин. Непривычно, друзья мои. Очень жутко непривычно. Так, есть какой-то типа мод вид от первого лица. Возможно, я его пару серий с ним установлю. Нет, мне, пожалуйста, эту же штучку. Я, конечно, нет, друзья мои, не пойдет так. Ведь оружие я смогу определить себе только, когда он это со спины снимает, твою ж дивизию. Да, я это уже слышал. Let's move. Так, а аптечка где-нибудь есть? А вот аптечка. Так, ага. Значит, эти три у меня на каждую миссию даются. Блин, как бы не то, что я хотел бы. Ладно. Ага. Круто. Друзья мои, я это буду читать, скорее всего, тоже просматривая серию. Довольно-таки плохо видно на таком разрешении. В принципе, есть идея. Данные, задания. О, здесь нормально написано. Жнецы. А, так зачем? Я вот здесь лучше прочитаю. Там хоть шрифт побольше. Реально. Сорян. Привычка на шифт нажимать. Ну, значит, только одна дверь доступна. Лады. Сомневался. Так, ну на ловушку не похоже. Я в таком коридоре. Какая милота. Серьезно? What the hell? Looks like the Alliance is still putting up a fight. That tram heads to the archives. Once Cerberus is across, they're at the final security checkpoint. And that's where we're headed. Не, ну хорошо сделано, как ни крути. Да слушай, я слышу. Storm's causing interference. О, бронька новая. Интересно. Джеймс, repeat. Где я нахожусь? Слушай, чувак, на Марсе. Да, конечно, вид здесь от третьего лица. Ой, мягко сказать. Не то, что непривычен, он нужен. Я бы от него с удовольствием избавился.
Тогда я не смогу понять, что у меня за... Хотя нужно определиться по иконкам. Блин. Говоря, пишите, как думаете, стоит ставить это первого лица или нет. О, ты еще фонарик... Слушай, вот у меня в 7 Days так фонарик этот дятел включал, было вообще чудесно, и в остальных играх. Управление климатом. Кстати, а FPS-то проседает, я тебе скажу. Как бы это странно, парадоксально не звучало. Вообще 44 FPS. Удивительно. На момент выхода этой игры даже видеокарты настолько мощной не было. Ребят, вы чего? Совсем извиняюсь за выражение. Фонарик можно? Или фонарик так был, блин, для красоты? Здравствуйте. Да, видимость, конечно, потрясающая. Так, если я правильно помню, во второй части мы ресурсы собирали. Блин, вот это мне сейчас было немножко страшновато. Надо было, наверное, стрельнуть, потом этот спецспособность пустить. Ну чё. Воздух дали. Подруга, у тебя как глаза не вылазят, если сидишь, давление такое хреновое. Странная активность, серьезно. Добрый доктор, ай болит. А, так это она шлюзы открыла, всех убила. I should have realized it when I met her. I was just so focused on finding a way to stop the Reapers. Stopping the Reapers is the only... Ладно, не вини себя. It's not your fault. But what if we're wrong? What if there's no way to stop them? What if these are our last days and we spend them scurrying around trying to solve a problem we can't fix? Come on, Liara. I know. I shouldn't think that way. Кстати, надо посмотреть, может, есть русская озвучка. You've always stayed focused even in the worst situations. When there's so much at stake, I just think about what I'd lose if I fail. That's a terrible burden. We'll stop them, Liara. Together. Thanks, I want to believe you. Okay, doors open. We can get to the labs and tram station through there. Good. Let's move. Тяжело будет смотреть тем, кто хотя бы не понимает частично английский. О, я плюс 4 герои. Да господи, так. А, так я могу только сохранить еще. Клево. Так, меню, настройки, руководство, отряд, данные. Будут задания. Карту никак не посмотреть, да?
На прическу бы я ему поменял, потому что с этой прической он как будто у него вся голова в шрамах. Странно вообще-то. О! Модификацию оружия. Я не понял сейчас ничего, что это было. Надеюсь, тут моды не поломали мне какую-нибудь ерундовину. Так. Угу. Понятно, что кто-то разметизировал сообщи охране. Немножко поздновато как бы. Ну ладно. Мне бы... Да ни хрена их там. Слушайте, напишите, а тут реалий как должно быть много. Так, вот со щитами, конечно, зараза. Да, дрон долго держится. Ну, затупил так же, как и я, да? А ни хрена он мощный, то дядя. Да, слушай, я теперь вижу, что реально больше стало противников. Это намного. Блин.
так не попаду. Японский похот там. Так, это не снайпер-то, да? Это я не очень люблю все. Так, их там больно до хрена. Да, вот вам, друзья мои, и респаун увеличенный. А я еще и сомневался. They just activated the decontamination protocols, with the staff still inside. This is where they studied the various relics unearthed here. Так, ладно. What did they find? Хотя я буду так, друзья, останавливать, чтобы вы могли почитать. Я, к сожалению, не могу. Так, а здесь у нас что? И по щит, я понял. Так, типа щита, как мне сделать так, чтобы он нормально, блин, работал. Я понял. Так, ко мне. Нет, не то. Дай-ка так посмотрим. Тут есть запись как раз. Может так? Ну, там я полазил, ничего нет интересного. Здесь. Так, друзья мои, я говорю, я сам, когда буду серии просматривать, почитаю, но реально не вижу ничего из-за разрешения. Кстати, наверное, из-за разрешения. Давай-ка я попробую разрешение немножко увеличить. Так, настройки, игра. Нет, не то. Графика. Так, у меня разрешение 16:9 на... Это сколько там? Нет. 1600 на 1200. Нет. Так, 1600 на 900, наверное, да? Блин. Ну, 16:9, да, вроде это и должно быть. Черт.
Так, стоп. Автоматический рост. Так, стоп, 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 стоп. Графика. Полноэкранный. Давай-ка проверим. О, все, поменялось сразу. Хорошо. О! Ну. Ладно. Все равно хреново видно, к сожалению. Надо к монитору поближе подходить. Так, шрифт увеличить. Ладно, я уже посмотрю потом. Скорее всего, в настройках это можно сделать. Бесит меня вот это вот в играх всех. Почему каждый долбоеб думает, блядь, что любой человек сидит, блин, не знаю, там, в полуметре от монитора. Я вот в двух метрах монитор. Вот это вот разрешение для меня нормальное. Так. Полноэкранный. Но без рамки. Так будет попроще записывать. Да уж, сказал я уж. Бывает, бывает. Ладно, пошли дальше. Попробую найти мод какой-нибудь на увеличение шрифтов. Читать я не могу. Такой мелкий шрифт. И он к тому же сливается. Я как бы могу прочитать, но зрение надо напрягать. Это я точно не намерен делать. И вам не рекомендую. Так. Продолжить. No kidding. Is that the only way in? It's the only way I know of. We'll skirt around. Stay out of its sights. I'll move up first. Это что за хренотень? Don't let it target you. Keep your head down. Keep your head down. А почему он не спрятался? Можно вопрос? Так. А, теперь он в шлеме. Если так. Не, а чё? Мой дрончик неплохо справляется. Keep moving. Да ёб твою дивизию. Бля, как меня это бесит. Выбора нету, друзья мои. Если побегу, он
прячется за другой бок. Как уже многие из вас видели. Да, кстати. Я вот про что и говорю, это полный идиотизм. Что ты там орешь? Серьезно. Ребят, вы чего? Здрасте. Ага, ничего. Так. Ничего, вниз что ли отправляться? Да ладно. А могу ли я через стекло? А ну-ка, магия. Магия, друзья, магия. Посмотрим на зрелище. Бегает, бегает. Вернулся, молодец. Дрон. Слышь ты. Так, ракетный залп. Правильно. Давай ракеты, ракеты, ракету ему. О, получил по жопе, да? О, еще раз. Больно, да? У меня дрончик злой, у меня есть еще один. Давай, смотрим, смотрим. Шоу. Ну, правильно, под себя, почему бы и нет. Рон, давай, ракета, ракета его. Получаем. Пошли его прибьем, да и все. Все прикольно. Начинает надоедать. Так, дай-ка ему вот друга пущу. Ёпта. Так, а это что за ботва еще? А, все. Блин, дымовуху умеет кидать. Вот это по-свински. И это будет, видите, это я ни хрена ж не увижу. Ты взял аптечку, называется, да? Класс. А, погоди. Ничего не понимаю. Дня. Так. Улучшение оружия тоже неплохо. Стрелять дадите? Блин, она доктор или хакер? Not completely. What if we could find a short-range transmitter, helmet to helmet? And?
And then we convince them that we're with them. And the Alliance forces have been taken care of. Good idea. See what you can find. What? The Lieutenant Commander has become very capable. Agreed. Commander, I found something. Ну и что ты там нашла? He's got a transmitter in his helmet. If I can... Oh! Oh, God. He looks like a husk. Yeah, not quite. But they've definitely done something to him. Engineered? By Cerberus? They claim to stand for humanity, and they do this to their own people. That could have been you, Shepard. For all I knew, that's what Cerberus had done to you. Да уж. How can you compare me to that thing? I don't know what you are. Not since they got their hands on you. Is it really you? Would you even know if they were controlling you somehow? That's not fair, Ash. I'm just talking out loud. I don't need you to answer. I doubt there's anything you could say to convince me. I guess I just need some time to get to know you again. Короче, у нас мало We're времени. At war with the Reapers. I thought it was obvious who the enemy was. Yeah, I thought so too. We need to focus on the mission. Right now, that means getting that tram sent over. Sir. Оно уже улетело, вы там поболтать можете еще побольше. Hello, this is Delta Team. Anybody there? Where the hell have you been? Never mind, what's your status? We're at the tram station, waiting for extraction. All hostiles terminated. Roger that. Echo Team will ride over and secure the station. Think they bought it? If they didn't, they'll figure it out soon enough. We should get in position. Flank them when they get off the tram. Good thinking, LC. Так. Что я могу сказать? Я сейчас, друзья, на этом, пожалуй, серию закончу. Сколько там времени? 30 минут есть. Да, 30 минуток есть. Я попробую найти мод на большие шрифты, потому что читать это невозможно. Это говорю. Я вот в играх ненавижу то, что разрешение меняешь, шрифт уменьшается. Вот No Man's Sky хотя бы это было убрано. Но вот здесь, пожалуйста. Ладненько, друзья, всем удачи, всем пока. Сейчас попробую покопаться, может, что-нибудь и найду.